Красноярске у детского инклюзивного центра на Копылова появится пандус. Такое решение большинством голосов приняли жители дома на общем голосовании. Напомню, конфликт вокруг установки пандуса разгорелся несколько недель назад. Некоторые жители дома, в котором будет находиться развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, выступали против его появления. На дверях подъездов даже висели объявления, призывающие не голосовать за пандус. Ситуация стала известна на всю страну, в нее вмешались даже федеральные общественники. А известная певица Диана Гурцкая написала каждому жителю дома письмо с просьбой поддержать инициативу по открытию центра. И вот, наконец, ситуация разрешилась. Большинством голосов жителей принято решение о согласовании установки пандуса. Мы благодарим жителей за то, что они поддержали эту инициативу. Пандус будет установлен в ближайшее время. Это будет легкий пандус из металлических конструкций, как нас уверяет центр, который там будет расположен.